Вчера в Чите на улице Рахова около 11 часов вечера водитель Нивы допустил наезд на пешеходном переходе на женщину с ребенком. Женщина катила впереди себя велосипед детский, на котором находилась ее полуторагодовалая дочка. В этот момент водитель наехал на данный велосипед и девочку протащил перед собой еще несколько десятков метров. От полученных травм девочка скончалась при доставлении в больницу. Всего за 7 месяцев на дорогах Забайкальского края у нас зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в которых один ребенок погиб и 147 получили тяжелые травмы.